Ребятушки, всем привет! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Но иногда я могу о носимых устройствах тоже снимать, таких как наушнички. Вот такие, кстати, наушнички, ссылочка в описании видео, сможете посмотреть, а возможно даже их приобрести. Сегодня же мы с вами, я хочу уже сделать такой, так скажем, заключительный видос о том, как устанавливать приложение APK или APKS. Это обычные приложения для смартфонов Android, да, в том числе вот для часов, но которых, допустим, нет в Play Market, или вы нашли APK какого-то циферблата, вы сможете спокойненько поставить его, циферблат, приложение, игру или еще что-то, на свои часы с помощью программки ADB App Control. Вот о ней я буду говорить. На примере двух приложений: Сбербанк Онлайн и Mirpay Wallet. Ну, а также, наверное, какой-нибудь циферблатик сейчас тоже закину сюда, чтобы мы с вами полноценно, так скажем, увидели, как это все работает конкретно, но. Так, что где у меня есть? Звук есть. Вот спорт, наверное. Вот это воткнем давайте. Еще циферблатик. Значит, поехали. Что нам с вами для этого надо? Сама программка, естественно, она будет... Ссылочка одна единственная будет... В описании видоса, в закрепленном комментарии тоже, вы по ней пройдете, телеграм-канал, и там посту будет конкретно все описано. В моем случае я показываю вам на часах пятерка Galaxy Watch 5 Pro. Кстати, с новой версией прошивки, которая еще не вышла, оно есть бетка, да, это, значит, какая у нас, сейчас я вам покажу, сведения о ПО. Во-первых, версия... Значит, оболочки 6.0, а у нас сейчас 5.0 стоит официально, да. Ну и, естественно, что у нас еще тут есть. И у нас Wear OS, здесь 6, по-моему, стоит. А нет, Wear OS 5 стоит на данный момент. Короче, а вообще, какая она? 4, по-моему, сейчас доступна официально. Здесь уже 5. Ну и что на старой прошивке, что на новой, работает все одинаково, короче, в данном случае. Что нам с вами нужно вначале сделать? Во-первых, отключить обязательно Bluetooth на часах. Это обязательно, чтобы не было никаких сбоев соединения часов с Wi-Fi, иначе придется потом, дорогие друзья, возможно, делать сброс часов. Поэтому вам очень рекомендую обязательно, чтобы у вас было стабильное соединение часов с Wi-Fi и отключен Bluetooth. Поэтому мы заходим с вами, либо отключите Bluetooth на смартфоне, либо на часах. В моем случае отключен на смартфоне. Все. Далее, как я уже сказал, чтобы был где-то Wi-Fi роутер рядом, чтобы у вас было стабильное соединение часов с Wi-Fi, а также ваш ноутбук или ПК был соединен к этой же сети Wi-Fi. Все, вот у меня она одна и та же. Я вам сейчас это продемонстрирую, чтобы у вас, видите, здесь и здесь у меня одна и та же Wi-Fi сеть. Все, когда мы это с вами сделали, подключили, теперь мы с вами идем в настройки часов. В настройках часов мы с вами идем в самый низ. Сведения о часах, вот о Galaxy Watch. Здесь мы с вами ищем сведения о ПО. Далее нам нужна с вами вторая строка. По ней нажимаем 3 раза, по-моему, или 4, там, не знаю. И у вас появляется, значит, вторая строка. Последние 3 цифры именно говорят о регионе ваших часов. В моем случае регион корейский. Именно по этой причине я смог обновиться-то на последнюю бета-версию прошивки. Теперь выходим в главное меню настроечек, и внизу у нас появляются параметры разработчика. Здесь мы заходим, идем сюда, идем. Вот этот вот у вас будет отключено, вам нужно будет включи ADB. Включили. Далее идем еще ниже, и беспроводная отладочка. Пожалуйста, включаем беспроводную отладочку. Здесь ставим галочку для того, чтобы всегда ваша сеть воспринимала вот именно эту сеть Wi-Fi, и не надо было вводить ее по новой. Все. Здесь дальше спускаем чуть ниже и нажимаем подключение к новому устройству. Все, теперь, дорогие друзья, мы с вами переходим на ADB App Control. Здесь нам с вами нужно вот это вот значение. Видите, требуется Android 11 и выше. Мы нажимаем на него. Далее с вами вводим код вот этот вот 106503. 106503.
Далее, ниже мы с вами вводим айпишничек. Айпишничек. Айпишничек это вот этот вот, видите, внизу. 192.168.0.33. Вводим 33 в моем случае, только троечку, да, последнюю ввести. И вводим порт. Порт это вот эти последние 5 цифр. 42.439. 42.439. Вот когда это все ввели, нажимаем сопряжение. Опс. Смотрите, здесь у нас пропал экран этот, вышел из экрана, а здесь пишется устройство успешно сопряжено. Теперь можно сразу подключиться к устройству. Все, нажимаем ОК. Далее мы с вами вот сюда прописываем значение айпишничка 33 и порт 44455. Здесь пишем троечку, а здесь пишем 44455. И вот теперь нажимаем значение Wi-Fi. Хопс. Смотрите на часы. На часах появляется вот значочек вот такой. Это говорит о том, что отладка по Wi-Fi включена и какое-то устройство подключилось к нашим часам. К нашим часам. Так, все. Все вроде как, да? К нашим часам подключилось. Теперь что мы с вами делаем? Ждем, когда все прогрузится. Также программа попросит вас установить приложение для того, чтобы вот значения вот этих вот, смотрите, сейчас я вам покажу, чтобы хорошо отражались ярлыки вот эти вот. Нажмите на них, видите, дайте разрешение, и программка установится. Все, потому что у меня уже была она установлена, поэтому у меня вот так. Теперь мы с вами нажимаем установить и берем и выбираем добавить. Вот здесь я сейчас это все дело уберу, чтобы у нас как будто бы все с самого начала. Нажимаем добавить, выбираем папку, где у нас находится приложение. В моем случае это MirPay. Открываю. Дальше добавить. Добавляю циферблатик, пожалуйста. И дальше добавляю Сбер онлайн. Все, его добавил. Все. Часики пока нам, в принципе, не нужны. Потом отмечаю. Либо вы что-то одно добавляете, либо все сразу. И нажимаю «Установить». Сразу хочу сказать, что, допустим, если вы устанавливать будете Сбербанк онлайн, он весит 206 мегабайт, как вы видите. Это, естественно, займет какое-то время. Поэтому не отчаивайтесь. Ждите просто, он установит. Видите, вот это приложение, это не для того, чтобы оплачивать, а это, так скажем, приложение к Сбербанку онлайн или к Сберпэй. Ой, вернее, MirPay приложение есть. Оно просто помогает держать экран часов включенным в течение там, 15-30 минут и более, так скажем, секунд для того, чтобы происходила оплата. Потому что при закрытом, так скажем, экране часов оплата не проходит. Все. А ПКС также прекрасно устанавливаются с помощью данной программки. Не надо с ними ничего делать, просто берете АПКС, любой файл, и устанавливать у меня просто нет. И продемонстрировать я сейчас не смогу. Ну, искать тоже не вижу пока. А вот есть у меня, кстати, звук АПКС. Видите? Его если тоже добавите, то без проблем он установится на ваши часики. Короче, любой файл встает вообще без всяких проблем. Все. Все установилось. И мы смотрим с вами. Вот первое приложение. Второе. Ну, естественно, циферблат тоже у нас тут же. Когда уже все сделали, просто заходите, отключаете Wi-Fi и все. Более ничего не надо делать. Не отключать отладку не надо, и ADB тоже не надо отключать. Все очень просто, дорогие друзья. Короче, вот такая вот инструкция, дорогие друзья. Надеюсь, что она вам поможет. Не забывайте, вы были на канале СВ, там лайки, комментарии, ну, естественно, ваши подписочки, в том числе на телеграм-канал. Пока, до новых встреч.